Когда 20 лет назад удалось разыскать Кантазерскую часовню, затерянную в центральной части Кольского полуострова, нам и в голову не могло прийти, что она была поставлена в 1681 году по указу царя Федора Алексеевича, дабы отвадить датчан, бравших дань с проживающих на этих территориях лопарей. Это выяснилось спустя десятилетия из документов Государственного архива древних актов Российской Федерации. Чтобы сохранить останки, мы построили над часовней защитный купол. И все-таки год назад мы приняли решение, что останки часовни нужно вывозить на большую землю и привлекать профессиональных реставраторов, а уже после реставрации вернуть ее на место в верховье реки Харловка. Нам нужна помощь профессиональных реставраторов. Сегодня все до последнего бревнышка пронумеровано и находится в специальном отведенном ангаре в селе Лавозеро для последующей реставрации часовни.